Мои коллеги, я надеюсь, со звуком все в порядке. Если это действительно так, просигнализируйте, пожалуйста, огонечком. Ага, спасибо большое за реакцию. Ну, тогда можем приступать к сегодняшнему нашему вебинару. Тема как никогда актуальная, хотя я подобный вебинар проводила в прошлом году, но, что называется, по заявкам. Решила повторить с вариациями, немножко изменила структуру вебинара. Я выбрала 10 онлайн-сервисов отечественных на русском языке, которые помогут в создании игры «Викторин». Освоение этих сервисов и суровая необходимость, и желание тут два в одном, потому что очень многие иностранные хорошие инструменты либо оказались под запретом, либо оказались заблокированным, либо их использование не рекомендуется в учреждениях каких-либо. Поэтому вот стала такая проблема. Какие инструменты взять для работы, что пригодится? Инструменты все разные. Вот такого вот стопроцентного попадания, как, например, вот был хороший сервис Kahoot, и мы хотим что-то вот такое, только русскоязычное. Нет такого. Каждый сервис решает свои собственные задачи. Стопроцентной замены, конечно же, не существует ни у одного сервиса. Но, тем не менее, даже у отечественных аналогов есть хорошие решения, есть интересные функции. Вот, собственно, о них сегодня и пойдет речь. Сервисы я выбрала исключительно на свой собственный вкус. Что называется, выбрала те, которые, на мой взгляд, кажутся наиболее интересными, наиболее стабильно работающими и с минимальными ограничениями, потому что это тоже важно. В общем, они разнообразные, действительно, что-то лучше подойдет для библиотекарей, что-то для учителей, что-то для работы в социальных сетях, что-то для каких-то других задач. Давайте посмотрим. Итак, начать я хотела с сервиса, которым очень часто пользуюсь и который по-прежнему остается, но если не номер один, то точно лидер в тройке моих предпочтений. Это сервис Удобо, сервис бесплатных конструкторов для создания различных интерактивных проектов. Здесь на данный момент представлено более 50 различных интерактивных форматов, начиная от интерактивных изображений, заканчивая презентациями, интерактивным видео. Я про этот сервис очень много говорю на каждом вебинаре. Был у меня отдельный вебинар касательно этого сервиса. Сегодня предлагаю посмотреть на него с точки зрения конструирования игр и викторин, что он умеет. Сразу скажем, что сервис, естественно, на русском языке, но часть шаблонов здесь с так называемыми англоязычными вкраплениями. Дело в том, что Удобо базируется на базе технологии, которая называется H5P. Это англоязычные шаблоны, и некоторые из них, например, вот шаблон для создания кроссвордов, они не совсем переведены на русский язык. Но не огорчаемся, с помощью Google переводчика он переводит полностью все. Поэтому, если что, можно переводчик здесь подключить. Ну, а в общем-то, работа здесь несложна. Здесь понятная логика. Если разобраться с одним каким-нибудь конструктором, потом со временем уже с другими будет работать попроще. Здесь многоступенчатая регистрация, немножко такая длинная. Вот. Но после того, как мы зарегистрировались, создали здесь свою библиотеку, можем уже приступать к созданию своих упражнений, игр, викторин, все, что считаем нужным. Количество создаваемых ресурсов здесь не ограничено. Здесь, собственно, вообще нет никаких ограничений ни по количеству игр, ни по количеству просмотров, ни каких-либо других. Давайте посмотрим. Итак, что здесь предлагается? Этот сервис умеет создавать разные виды викторин. Вопросы с одним вариантом выбора правильного ответа, с множественным выбором. Можно создавать вопросы истина или ложь, создавать личностный опрос. Это опрос, который касается там установления каких-то черт личности. Ну, чаще это психологическое тестирование. Но самый, на мой взгляд, интересный вариант – это вот последний набор вопросов. Это возможность соединить в одной викторине сразу несколько разных типов вопросов.
Сразу скажем, что сервис Удобо, чем он проигрывает, он не такой прямо высокохудожественный, как некоторые другие сервисы. То есть здесь нет анимации, нет каких-то суперэффектов. В общем, он такой вот добротный, простой конструктор. Он хорошо смотрится, если эти игры и викторины вставлять на сайты и в блоги. В этом случае он смотрится так более достойно, чем просто отдельно открывать в окошечке. Но, тем не менее, ссылку я вам послала. Это мой стандартный пример, где я собрала в одной викторине разные типы вопросов, чтобы вы могли посмотреть, как все это работает, каким-то образом фиксируется. Я расскажу об этом, но в конце. Давайте по порядку. Сначала расскажу, как, а потом расскажу про фиксацию и статистику. Итак, ну давайте смотреть про набор вопросов. Вот так выглядит конструктор. Все здесь конструкторы довольно типичные, друг на друга похожи. Вот стандартный вариант. То есть мы создаем набор вопросов с помощью кнопочки «Добавить question». Тут, как видите, тоже частично на русском, частично на английском, но, в общем, понятно. Она создает новый вопрос, а дальше мы из выпадающего списка должны выбрать вариант вопроса, который нам нужен. Здесь есть вопрос с выбором ответа из нескольких, либо это будет один правильный, либо несколько правильных. Называется это multiple choice. Дальше есть такое интересное задание drag and drop, когда нам дается картинка, например, и мы должны в область этой картинки перетащить правильный ответ. В переводе дословно на русский «тащи и бросай». Дальше. Заполни пропуски. Fill in the blanks. Дальше. Отметь слова. Mark the words. То есть какой-то текст дан, и внутри этого текста нужно отметить правильные слова по условиям. Drag the words. Ну, в переводе, опять-таки, тащи слова. Тоже заполнение пропусков, но когда мы вставляем туда, тащим мышкой нужные слова, нужные места. И последнее. True, false question. Это у нас правда или ложь. Еще есть вариант эссе. Эссе – это открытый вопрос, где участник должен ответить максимально подробно. Вот. Вот такой вариант. Я вам дала сейчас вариант, где первые вот раз, два, три, четыре, пять, шесть видов вопроса собраны, чтобы вы посмотрели, как это все работает. Далее, после того, как мы выбираем какой-то тип вопроса, конструктор продолжается. Нам нужно опуститься чуть ниже. Тут такая будет, можно сказать, простынка. Нам нужно будет пролистнуть чуть вниз и начать заполнять предложенные поля. Вот, пожалуйста, у меня сейчас открыт вариант «правда или ложь» – «true, false question». Что нам нужно? Нам нужен вопрос, нам нужно отметить, какой вариант правильный – «истина, ложь». Ну и дополнительно можно к этому заданию прикрепить картинку. Все довольно несложно, кажется. Ну, давайте посмотрим. Вот другой тип вопроса – «multiple choice». Вариант, когда нужно выбирать один ответ правильный или несколько правильных. Записываем вопрос, варианты ответов. Вот он вопрос, вот мои варианты ответов. Правильно отмечаем, естественно, галочкой. Он может быть один, может быть несколько. И вот здесь есть замечательная вкладка «Медиа», где мы можем, например, добавить сюда картинку. В качестве медиа может выступать видео, например, с YouTube, либо аудио, файл, который мы загружаем с компьютера. Еще у некоторых вопросов есть так называемые подсказки и обратная связь. Здесь мы можем дать подсказку участнику, если он затрудняется с ответом, и прописать какую-то поддерживающую обратную связь. Молодец, так держать. И это каждому варианту мы такую обратную связь можем дописать, вот, если это необходимо. Здесь довольно подробные настройки, все довольно подробно прописано. Обязательно обращаем внимание на то, что некоторые поля отмечены звездочкой. Это значит, что их надо заполнить обязательно. Все остальное по желанию. Вот, пожалуйста, вариант «тащи и бросай». Да, там нужно угадать, что это выдра. Вот, пожалуйста. Здесь у нас три кнопочки. Нужно выбрать правильную кнопочку и мышкой ее перетащить к этой выдре. А потом проверить себя. Вот такой вариант. Как этот конструктор выглядит, он немножко посложнее будет, немножко будет отличаться. В чем суть? Мы загружаем картинку, подписываем три кнопки, придумываем вопрос, а дальше отмечаем просто правильный вариант ответа. Здесь тоже есть подсказки и обратная связь, если что. В подсказке мы можем написать какое-то описание этого животного, чтобы участник мог сориентироваться лучше, например, как вариант. Это вот, пожалуйста, «тащи и бросай».
Вот эти вот вопросы, где нужно отметить слова, вписать слово, либо перенести слова в нужные поля, вот они сейчас у меня на экране, это все делается по одному шаблону, по одному конструктору. Он очень похож у всех трех этих заданий. В первом задании нужно вписать самим с клавиатуры, во втором задании просто мышкой отметить, ну и в третьем вот этот списочек разместить в пропущенных местах. Как это работает? Итак, здесь все задания прописываются полностью. То есть, например, если нужно вставить недостающее слово, мы его вставляем как надо. Все. Но чтобы показать, что именно оно является заданием, мы с двух сторон его отмечаем звездочками. И точно так же поступаем во всех остальных конструкторах. То есть там, где нужно отметить слова, мы их отмечаем звездочкой. Там, где нужно из списка выбрать, опять-таки, слова, которые должны быть в списке, мы тоже звездочками отмечаем. Вот, пожалуйста. Вот я отметила, допустим, 2-3 слова и сохранила это все. Вот к этим заданиям, к сожалению, картинок не прилагается. То есть это просто задание на текст. Вот ко всем остальным вопросам викторины можно пригрузить картинки, если что. Ну и вот, пожалуйста, про северного оленя такая же история. То есть я выделила оленя, песца, белую сову, и вот они стали в списке у меня. Их можно будет вставлять в текст. Текст может быть вот такой коротенький, как у меня, а вы можете сделать большой текст. Например, если у вас какой-нибудь диктант, например, не знаю, какая-нибудь большая работа. Здесь можно большой массив текста вставить и в нужных местах просто сделать пропуски и придумать какие-то задания для этого. Здесь все возможно. В таких текстовых блоках с пропусками может быть любое количество, сколько пожелаете. Вот. Давайте дальше пройдем. Игры со словами. Здесь тоже довольно большой выбор. Ну, есть отдельное задание, которое так и называется «Заполни пропуски», «Отметь слова», «Перенеси текст». Мы их уже видели в викторине. Их можно сделать вот еще отдельным заданием, если что. Нас здесь больше интересовать будут вот эти варианты «Филворд» и «Кроссворд». Кстати, про диктант тут есть отдельная еще возможность создавать интерактивные диктанты для учителей русской литературы или для учителей иностранного языка тоже подойдет. Можно этот шаблон попробовать. Ну, я давайте про кроссворд вам расскажу. И про филворд. Филворд, в чем суть этого развлечения? Это такая простыня букв, на которой нужно найти слова. Вот они с правой стороны все представлены. Тут есть таймер. Можно поиграть сейчас. Я вам ссылочку кинула в чат. Вам нужно в этой простыне букв найти и мышкой отметить слова. Ну вот, например, сосулька. Проводим мышкой, это слово выделяется. Ну и фиксируется наше выделение. И вот таким образом нужно вот все слова из списка здесь найти. Такое задание на внимательность и быстроту. Работает этот конструктор так. Нам нужно придумать задание и придумать слова, которые нужно искать. Вот они через запятую все перечислены. Дальше. Чуть ниже нам нужны образцы букв, из которых эти слова состоят. То есть сюда нужно вписать русский алфавит. У меня спрашивали на одном из вебинаров, работает ли это с английскими словами. Да, работает. Такие же игры можно проводить и по английскому языку, и по немецкому, по любому другому языку. Если с клавиатуры все это вводится. Вот, пожалуйста, здесь алфавит представим. Все. Дополнительно тут есть разные варианты настроек. Просто выставляем нужную галочку там, где нужно. Да? Например, показывать решение в конце можно. Или разрешать повторные попытки решения. Такая незатейливая, очень простенькая игра, которая делается буквально за 5 минут. С кроссвордом немножко дело обстоит посложнее. Нам здесь нужно не просто слова, нам нужно придумать к ним определения и вписать их. Кроссворд вот такой вот необычный. Мы можем загрузить фоновую картинку. Без картинки будет просто на сером фоне не очень красиво. Лучше какой-то фон загрузить с компьютера. А дальше просто в конструктор вписываем вопросы. Они вот здесь с правой стороны будут отображаться. Ответы можно вписывать как в саму сетку, вот сюда, так можно вписать и вот в это вот поле, которое справа. И так, и так. Если вы обратите внимание, возле некоторых вопросов есть такой значочек. Это значит, что здесь есть подсказка. В качестве подсказки выступают картинки, видео с YouTube или аудио, загруженное с компьютера. Все то же самое. Конструктор чуть-чуть англоязычный.
но довольно несложный, надо сказать. Слово добавляется знакомой кнопочкой «Добавить Word», «Добавить слово». Дальше. Собственно, что такое clue и что такое answer? Clue – это формулировка вопроса. Вот она. А answer, соответственно, ответ. Это то слово, которое нужно вписать в кроссворд. Есть тут у нас extra clue. А это что такое? Это подсказки. Текст, картинки, аудио, видео. Подсказку можно дать и текстом, не обязательно картинкой. Собственно, вот и все. Заполняем эти три поля, сохраняем и нажимаем на кнопку «Добавить новое слово». Слов может быть любое количество. После того, как мы сохраняем эту викторину, сервис нам автоматически все генерирует. И получается у нас на нашем выбранном поле вот такая сетка, которую он сам нарисует. Мы можем дополнительно в настройках выбрать толщину линий, цвет линий этой сетки. Там, например, некоторые кнопочки перевести на русский язык. Ну, это уже такие частные настройки. Получается довольно неплохо, надо сказать. Что касается игр с картинками, тоже довольно большой набор. Тут есть задания с перетаскиванием, с поиском областей на изображении или с множеством областей на изображении. Вот про эти игры я расскажу на одном из следующих вебинаров, про интерактивные картинки мы там будем говорить. Я про эти две игры расскажу, а сегодня я сосредоточусь вот на этих трех. Игра «Найди пару», причем эти пары разные игры, вот, и «Расставь по порядку». Довольно часто встречающиеся игры, здесь они реализованы немножко интересно. Давайте смотреть. Вот игра с парами. Моя любимая, про котиков. Итак, в чем суть игры? Нам нужно собрать пару из картинок. Перенести слева и с левого столбика вправо. Собрать таким образом пару из этих картинок. В конце есть кнопочка «Проверить», и вы можете проверить, правильно вы эту пару собрали или нет. У меня, например, герой литературный и его автор. Пара может быть любая, такая, сколько посчитаете нужным. То есть здесь нужно проявить логику и смекалку, чтобы все это собрать. Как вы понимаете, здесь довольно простой конструктор, от нас требуются только картинки. Вот так он выглядит. Все тот же знакомый конструктор, который я уже показывала в кроссвордах. То есть нам нужно две картинки загрузить, подписать каждую картинку, или они здесь называются карточки. Вот каждую подписываем эту картинку, сохраняем и переходим к следующей. Таким образом, вот мы создаем нужное количество вот этих парных карточек. Сервис, естественно, все перемешает. Наша задача собрать правильный вариант. Вот. Другой вариант с последовательностью изображений – расставь по порядку. Здесь тоже нужны картинки. Их нужно по какой-то хронологии событий, например, или просто по какой-то логике расставить так, как вы считаете нужным. Здесь у меня нужно расставить книги про Гарри Поттера в том порядке, в котором они издавались. Смотрим. Конструктор примерно такой же. Мы загружаем картинки по порядку, как они должны быть в правильном порядке. Если что, их можно мышкой менять местами. Это не страшно, если пропустили что-то. Дополнительно можно добавить еще аудиофайл каждой картинки. Может пригодиться такой вариант. Ну и что, можно добавить еще описание. Вот. И сохранить это все. И все. Такие игры тоже делаются довольно быстро, они интересные, необычные, но создать их буквально 10 минут. Ничего сложного, как видите, в этом нет. И третий вариант – найти пару изображений. Это наверняка вы такие игры знаете, это их еще называют Memory Games, игра на память. Да? То есть у нас перевернутые карточки, и нам нужно по очереди переворачивать карточки, одновременно можно развернуть только две из них. Если это неправильная собранная пара, они обратно заворачиваются. То есть вот эти карточки парные, они могут быть одинаковыми. То есть вот две белочки могут быть, там, два царя Гвидона. Либо можно задание усложнить. У меня вариант посложнее. У меня нужно собрать пару. То есть у меня белочка, и где-то здесь еще должен быть орех, принадлежащий этой белочке. Царь Гвидон, по-моему, там еще царевна Лебедь должна быть. Если я уже не помню. Я уже давно создавала игру, уже точно не помню. Но, по-моему, такая история была. То есть кроме того, что здесь мы играем с памятью, мы тут еще и устанавливаем логические цепочки.
Работает это как? Все точно такой же конструктор, тоже карточки. Добавляем картинку, изображение. Если нужно, к нему можно прицепить звуковую дорожку, описание. И если что, можно добавить еще вторую карточку. Если карточки будут одинаковые, то это поле оставляем пустым. А если карточки будут разные в паре, то добавляем еще карточку номер 2, и тоже, соответственно, можем к ней добавить описание и звук. Вот. Таким образом, можно игровые карточки создавать, например, как мычит коровка, как там мяучит кошечка и так далее. Для детишек вот такие игры можно создавать. Ну, естественно, все это сохраняется, и все, мы получаем ссылку, чтобы делиться с участниками этой игры. Это, конечно, не все. Рассказывать обо всех викторинах этого вебинара, конечно, не хватит. Я только вкратце так назвала несколько, навскидку, интересных викторин. Их на самом деле здесь много. Теперь, что касается вопроса по статистике. Это самый часто встречающийся вопрос по поводу сервиса Удобо. Статистика здесь, надо сказать, немножко... Ну, не сказать, что она неудобная. Нет, на самом деле тут вот есть вкладка «Результаты» напротив каждой игры. Вы можете посмотреть, кто из участников, как и когда у вас отвечал и сколько баллов набрал. Например, вот викторина, да, кто-то 8, кто-то 5 и так далее. Максимальное количество 12. В чем суть? Как узнать, кто отвечал? Дело в том, что если вы учитель, если вы хотите отслеживать, как конкретный ученик отвечал на вопросы, этим ученикам нужно в Удобе зарегистрироваться, то есть завести свой аккаунт. Не обязательно им там что-то создавать, просто достаточно регистрации. И чтобы они отвечали на вопросы викторины, зайдя в свой аккаунт. То есть они заходят на сайт, нажимают «Вход», и после этого начинают по вашей ссылке отвечать на вопросы. После этого они у вас вот здесь в списке результатов все появятся. И вы можете всех проконтролировать, кто сколько баллов набрал и когда поиграл, собственно, с этой викторины. Если просто участник открыл и ничего там не сделал, то, соответственно, поле будет пустое. Вот таким образом. То есть, чтобы отслеживать, им нужно каким-то образом себя проявить. В этом случае нужно зарегистрироваться. Если вы вообще хотите посмотреть количество просмотров, это уже для библиотекарей, которые, я знаю, сдают обязательно там количество просмотров викторины. Я тоже этим занимаюсь. Вот. То здесь есть замечательная вкладка «Отчеты». И здесь вы можете получать статистику по определенным датам. Например, сколько за месяц посетило вашу викторину участников. Вот. Они здесь могут даже быть списком, если они авторизировались. Если нет, они будут идти как гости. Гест. Вот. А ну и вот, пожалуйста, что 242 раза открыли викторину, 76 раз тут же закрыли. Вот столько-то времени провели. Если это необходимые данные, они здесь есть. По IP-адресу, но если с одного компьютера отвечают, то второй раз уже не пройдет. Эта история. Вот. В любом случае, они же входят в свой аккаунт, отвечают со своего аккаунта. И таким образом их идентифицируют на любом устройстве, независимо от IP. Вот. Если в гостевом режиме заходят, то тоже, если с одного и того же компьютера заходишь, тебе сервис сразу показывает, что ты уже эту викторину проходил. Вот. И показывает сразу ее результаты. Вы можете, конечно, перезагрузиться и нажать на кнопку «Пройти еще раз», если такая кнопка есть в викторине. И тогда все это обнуляется. Но так или иначе, вот есть такие тонкости. Надеюсь, на вопрос ответил. Здесь у меня на этом слайде, я его просто пролистну, просто скажу, что у меня здесь есть обучалки по работе с Удобой. Это мои собственные размышления по поводу сервиса, с примерами, с более подробными, развернутыми объяснениями, что и что. Так что, если необходимо, вот, пожалуйста, пользуйтесь. Идем дальше. Еще один интересный сервис, и тоже интересная платформа, называется Interacti. Я сначала думала, вставлять ее в вебинар, не вставлять, но потом поняла, что это все-таки хороший инструмент, и стоит о нем сказать. Почему я сомневалась? Дело в том, что очень многие, ну не очень многие, но некоторые участники вебинара мне говорили о том, что штаб-квартира этого сервиса находится в Риге. Вот. Но... есть такая тонкость. Серверы, которые обслуживают этот сервис, расположены на территории Российской Федерации.
Команда здесь интернациональная, в том числе есть российское представительство и обратная связь тоже с российским представительством. То есть не сказать, что это сервис абсолютно англоязычный и иноязычный. Нет, он в какой-то степени можно его считать отечественным. Здесь хорошая поддержка, я с ней пообщалась, очень доброжелательные люди. И здесь можно приобрести платный тариф, если захочется. Так что почему нет? Интерактив, платформа, которая работает на русском языке, она очень простая, очень интересная. У нас очень хорошо зашли викторины, сделанные как раз на этой платформе для социальных сетей. Я тестировала много разных сервисов, и Удобу предлагала, и какие-то другие инструменты. Но вот интерактив больше всего получила откликов у читателей, поэтому я сейчас ее использую. Здесь есть, конечно, ограничения. Ну, довольно существенный, на мой взгляд, но тем не менее, давайте смотреть. В бесплатном тарифе здесь можно создать 50 проектов максимально, но 50 – это хорошее число, просто суммарный просмотр этих проектов в месяц не должен превышать 100 в месяц. То есть, если вы работаете со школьниками, то 2 класса раз в месяц могут совершенно спокойно пользоваться. Может, даже 3 класса, да? Наверное, да, 3 класса. Вот. Но если вот будет больше, чем 100 просмотров у ваших проектов, то они какое-то время будут заморожены, пока месяц не закончится. Начнется новый месяц, и они опять разморозятся. Вот. И еще здесь дается 100 мегабайт для, собственно, загрузки своих картинок. Поэтому с картинками здесь надо быть поосторожнее, не грузить слишком тяжелые. Если они у вас много весят, то лучше как-то сократить, там, сжать, может быть. Тем более, что сервисов для сжатия картинок сейчас очень много, и без потери качества это происходит. Вот возможности, какие предоставляет интерактив. Здесь, кроме того, что можно создавать разные тесты, кроссворды и викторины, здесь есть возможность создавать флип-карточки, флеш-карточки, перевертывающиеся, таймлайны, ленты времени, интерактивные изображения. Вот. Я выбрала вот эти три, которые я в красную рамочку вынесла, про них буду рассказывать. Ну, поехали. Начнем мы с самого простого. Это классическая викторина «Проверь себя». У меня ссылок много. На этой платформе очень много создано всякого интересного. Вы можете, кстати, тоже использовать в работе. Вот, пожалуйста, я вам тут 1, 2, 3, 4 ссылки дала. Вот такая вот игрушка. Это у меня викторина была по сказке «Морозко». Вот так она выглядит, довольно симпатично, на мой взгляд, без какой-то побочной рекламы по краям. В общем, вполне себе нормально. Итак, конструктор здесь очень простой. Вот если сравнивать с Удобой, на Удобе, конечно, очень много настроек, но для начинающих будет немножко запутано. Не всем нравится, не все воспринимают Удобу. Вот Interacti на этот, на мой взгляд, такой минималистский сервис. Здесь все очень просто и понятненько. Нужно всего лишь пройти по 3 шагам. Начальный экран, вопросы и результаты. В таком порядке. Ну, начальный экран – это то, с чего начинается викторина. Нужно придумать заголовок, описание, загрузить картинку, придумать, что будет написано на кнопке, которая стартует. Все. Дальше просто нажимаем либо на кнопку «Далее», либо переходим в новую вкладку «Вопросы». Вопросы здесь создаются в виде ленты. Ну, чем-то на Удобу похоже. Они тоже вот так вот выстраиваются с левой стороны. Вопрос. Варианты ответа отмечаем, какой правильный, и загружаем картинку. Вниз опускаемся, создаем новый вопрос. И вот таким образом у нас получается лента из вопросов и ответов. Викторина может быть либо с текстом, либо можно придумать, где в качестве ответа будут картинки. Вот последняя ссылка у меня – это фотовикторина. Там надо выбирать картинку из 4 вариантов. Вот. Все очень просто. И переходим к результатам. Что такое результаты? Результаты – это обратная связь, которую получает участник, когда прошел викторину до конца. Это как раз вот почему заходит, почему этот сервис зашел именно в социальных сетях. Потому что каждый, кто в социальных сетях проходит викторину, хочет увидеть, что он молодец, что он умняша, что он лучше всех ответил, набрал больше всех баллов. Этот сервис как раз дает такую возможность. Здесь можно прописать подробные результаты, то есть количество очков, которые набрал каждый участник. Ну, например, результат 1. Когда участник набрал всего 3 правильных ответа максимально, и мы пишем ему что-нибудь подбадривающее. Вот что-то вроде этого.
Дальше, результат 2, это, соответственно, кто хороший результат показал, например, ответил на 7 правильных, правильно ответил на 7 вопросов. Ему тоже какое-нибудь пояснение даем. Ну и результат 3, это отлично, молодец, знаток всего на свете, ему поощрительное что-то, нечто. В качестве обратной связи, в качестве описания можем загрузить картинку. Здесь можно порекомендовать какую-нибудь книгу, это библиотекарям на заметку. Например, подробнее по этой теме можно прочитать вот в этой книжке и обложку книжки прикрепить. Такая получается рекомендательная библиография параллельно. Вот. Здесь можно вставить какую-нибудь полезную ссылочку. Например, на книгу из электронной библиотеки. Участник ее скопирует, перейдет по ней, почитает книжечку. Тоже полезная вещь. В общем, тут можно развернуть свою фантазию. Вот. После того, как все эти 3 шага пройдены, просто нажимаем на кнопку «Сохранить». И в заключении будет несколько настроек. Можно фон поменять у этой викторины, какие-то такие точечные настройки сделать, чтобы она более симпатично смотрелась. Ну и после этого получаем код, и ссылку можно ее вставлять на сайты, в блоге и, собственно говоря, делиться. Здесь нет такой авторизованной статистики, сразу скажу. Здесь есть статистика просмотров. Вы можете всегда посмотреть, сколько участников ответили на ваши вопросы и проследить. Авторизация здесь никак не предусмотрена, поэтому просто, вот, просто смотрим и снимаем статистику, если что. Дальше. Еще вариант. Здесь немножко посложнее игрушка. Здесь нужно не выбирать правильные ответы, а самим вписывать эти правильные ответы, открывая окошечки. Вот ссылочка. Игра называется «Поиск сокровищ». Ну, такой своеобразный квест, будем считать так. Здесь у нас есть игровое поле, состоящее из 9 окошечек. Чтобы открылось полностью это игровое поле, нужно открыть каждое окошечко и правильно ответить на вопрос. Как только ответ будет верный, эта часть карты, а здесь зашифрована карта, открывается. И таким образом задача игроков – правильно собрать карту. Эту игру можно проводить так, вот как, просто как развлечение, а можно сделать ее частью квеста. Например, квест у вас по библиотеке. Вы нарисовали карту библиотеки, где спрятано сокровище, а дальше участникам на компьютере вы даете такую игрушку, и пусть они открывают фрагменты этой карты и выясняют, где находится сокровище. Если все 9 ответов верны, то карта открыта, и можно бежать искать. Вот такой вариант может быть. Тоже все очень просто, тоже 3 шага. Игровое поле. Выбираем, какое оно будет. Здесь максимальное количество сегментов 9. Да, можно вставить игру на сайт, у нее есть код, можно вставить совершенно спокойно. Можно здесь, сейчас подсмотрю, сколько еще сегментов. Тут есть 4 сегмента, 6 и 9. Вот. Игровое поле можно квадратным сделать, как у меня, можно прямоугольным или вытянутым, как считаете нужным. Если вы для мобильных устройств адаптируете, можно вертикально. Вот. Кнопочки, где располагаем, показывает ли квест на обложке и так далее. Выбираем вариант оформления, тут же все будет видно, собственно, как все оформлено. Переходим, собственно, к самому квесту, вкладка «Квесты». Заполняем вопросы, как в обычной викторине, только теперь нам нужно... Кроме того, что мы дали вопрос, нам нужно написать секретное слово. Это называется секретный код. Проще говоря, правильный ответ. Вписываем его, добавляем картинку, если что. И сохраняем это все. Переходим к следующему. Итак, по порядку мы двигаемся от одного квеста к другому. У нас их 9, соответственно, 9 квестов уже здесь будут нарисованы. Мы просто перепрыгиваем от одного к другому и заполняем. Ну, 9 – это сложный квест. Можно попроще, если детки у вас маленькие, можно сделать на 4 или на 6 частей. Дополнительно здесь еще возможность прикрепить какую-то ссылку на веб-ресурс. Я не тестировала эту опцию, но ссылку можно вставлять, если что. Но ссылка – это может быть как подсказка, мне кажется. То есть участник переходит по ссылке и там читает, допустим, фрагмент книги какой-то и находит там ответ. Мне кажется, вот так можно сделать. Ну и последняя карта, собственно, сокровищ. Загружаем нашу карту. У меня карта путешествий капитана Гранта здесь оказалась. Пишем какое-то поздравление, описание, картинка. Это и наша карта. И, в общем, все. Нажимаем на кнопку «Сохранить». Квест готов. Можно вставлять на сайты, в блоге, делиться в социальных сетях. В общем, тоже все очень-очень просто. Это хорошо, что просто.
И совсем недавно у сервиса развивающийся, у сервиса появились новые возможности. Сейчас появились кроссворды. Вот такой довольно симпатичный, мне понравилось. Я вчера тестировала. Вот вариант, это совершенно простенький. Я сделала его по шаблону. Здесь есть у этого сервиса готовые шаблоны. Там даже ничего думать не надо, просто заходим внутрь и все редактируем. Вот. Можно с нуля, можно с шаблона. Я взяла шаблон литературный, он называется, и вот у меня такая штучка получилась из 5 вопросов. Можно больше. Здесь еще проще все делается, здесь шага всего 2. Первый шаг – это слова и подсказки. Слово – это то, что будет в кроссворде, а подсказка – это, собственно, задание. Ну и результат. В результатах мы прописываем: молодец, ты справился, окей, все хорошо. Дополнительно, после того, как мы сохраняем игру, можно подключить картинку, загрузить свое фоновое изображение, можно даже добавить обложку. Я обложку убрала, просто мне казалось, что 2 картинки рядом уже не очень. А так можно в виде обложки еще одну картинку прикрепить сверху, как баннер такой. Если на этой картинке у вас написано название кроссворда, вообще будет отлично. Получается такая уже законченная работа. В общем, результат понравился. Все здесь очень неплохо. Жаль, что есть ограничения по бесплатному тарифу. Ну, что я могу сказать? Но у этого сервиса есть хорошая штука. Например, я написала про этот сервис статью и похвасталась создателям сервиса. Какая я молодец. Они на радостях выдали мне бесплатный тариф на целый год. Поэтому я активно сейчас его использую в своей работе. Так что это не запрещено, это можно делать и всем желающим. То есть вы можете написать какой-нибудь пост в социальной сети, поделиться своим опытом работы, и за это дают хорошие бесплатные тарифы. Переходим дальше. Платформа, которая наделала много шума, называется она FlickTop. Это платформа для создания тоже интерактивного контента, и что просто замечательно, что она бесплатная и без ограничений. Очень интересный конструктор, не похож ни на какой другой. Тут создатели пошли своим собственным путем. Они придумали такую интересную идею, что здесь не конструирование каких-то заданий и упражнений, а конструирование карточек. То есть в качестве карточки может выступать тест, какое-то игровое упражнение, аудио, видео, викторина. Из этих карточек можно создавать коллекции, можно собирать целые обучающие курсы. Например, вы создаете какое-нибудь учебное видео, загружаете сюда внутрь, даете тест по этому учебному видео, ну, еще какое-нибудь там аудио добавляете. И получается у вас такой развернутый целый курс, состоящий из нескольких объектов. И все это в одной коллекции. Это здорово. И здесь очень много интересного. Интерактивные рабочие листы, например, есть. Но об этом, обо всем я буду рассказывать в марте на вебинаре, посвященном сервису FlickTop. Сейчас просто постараюсь вас заинтриговать. Итак, расскажу я об одной стороне этого сервиса, а именно о создании тестов. В тестовое задание, в одно задание можно вставить вопросы совершенно разные, до 14 типов вопросов. Вот они сейчас на экране, это не все, там еще внизу есть. Итак, это могут быть вопросы по принципу чат-бота, да? То есть мы как будто беседуем с каким-нибудь собеседником. Так, перестаралась я. Ну вот, как здесь, например. Это называется диалог или сторителлинг. Есть обычные классические вопросы. Найди пару, заполни пропуски. Просто какой-то текстовый фрагмент, на который не надо отвечать, но он как дополнительная информация идет. Вопрос с выбором ответа из нескольких тоже присутствует. В общем, вариантов может быть множество, их можно комбинировать в любом порядке. Как здесь работать? Создаем тест. Открывается вот такой выбор. Выбираем нужный вариант вопросов. Это все разные типы вопросов. Щелкаем по варианту, который нам подходит, и заполняем конструктор. Конструктор предельно простой. Вот такой. Это я выбрала вариант вопроса, где нужно выбрать один из нескольких. Вопрос, варианты ответа. И к вопросу, и к варианту ответа можно добавлять картинки. Вариантов может быть много. Здесь есть значок плюс, который добавляет новые варианты. Обязательно отмечаем верный. Собственно, вот и все. Нажимаем на кнопочку плюс внизу и переходим к новому вопросу. Здесь мы тоже будем двигаться, как в сервисе Interactive, по вкладкам. Сначала вопросы, потом обложка и потом настройки. Вот. Сначала мы вопросы выстраиваем вот здесь внизу.
Нажимаем на новую, на кнопочку с плюсом, возвращаемся обратно вот сюда и создаем новый вопрос. Ну, вот, например, вариант вот такой. Найди пару, соотнеси слово и изображение. Это я просто для примера, это никоим образом не какие-то учебные штуки, я просто попробовала. Загрузила картинки, подписала их внизу, как они должны быть правильно подписаны. Для усложнения задания я еще набросала несколько вариантов неправильных внизу. Вот в чем задача? Здесь участник должен получить картинки, и нужно каждой картинке подобрать соответствующую надпись. Они будут внизу, картинки будут вверху. Вот такой вариант. Еще вариант, другая пара. Здесь интереснее получается. Здесь нам нужно проявить логику, собрать пару текст, картинка. Ну, например, автор произведения, а здесь у меня будет картинка с произведением. Либо текст-текст, можно и так, как угодно. Это называется соотнесение текста и медиа. Вот так это красиво называется. Таких пар тоже можно создавать много. Меня заинтересовала вот эта кнопочка сбоку, конечно же, для чего она нужна. А эта волшебная кнопочка превращает пары в тройки. И мы можем собирать не пару уже, а тройку. А если ее нажать еще раз, наверное, уже и четверку можно собрать. То есть здесь задание можно усложнять в зависимости от уровня подготовки участников. Собираем пару, собираем тройку, собираем четверку и так далее. Тоже интересный вариант конструктора. Запомни пропуски. Здесь несколько разновидностей этого задания. Либо выбирать из списка, либо выбирать внизу из таких кнопочек, которые нужно перетаскивать мышкой в нужное место. Принцип работы здесь такой. Вписываем текст, выделяем слово, которое, на месте которого должен быть пропуск. Нажимаем, ну и тут же появляется у нас вот такое окошечко. Пропуск. Нажимаем на эту кнопку, и пропуск у нас появляется в задании. Вот. И таким образом мы придумываем много-много таких вот пропусков. Внизу тоже есть кнопка для неверных вариантов, чтобы запутать участников и усложнить им задачу. В этом задании для красоты можно добавлять не только картинки, но и видеоролики, эмодзи, разные стикеры и тому подобные вещи. Получается довольно необычно. Расставь по порядку. Ну, это очень простенькая игра. Здесь нужно всего лишь придумать какие-то хронологические цепочки, вписать их, прикрепить картинки, если что, и сохранить. А сервис все перемешает. Вот это очень простой конструктор. Я вам показала не все, их тут огромное количество, 14 штук всяких разных, но я думаю, принцип понятен, они здесь все очень-очень несложные. Что еще предлагает сервис? Еще можно выбрать обложку для теста. Здесь не очень большой выбор, на самом деле, вот. Небольшой. Но, тем не менее, красивую картинку прикрепляем, придумываем описание, название, и у нас обложка готова. Она будет открывать нашу тестовую задачу. И еще в настройках теста, вот здесь для учителей хорошая штука. Вообще сервис ориентирован на преподавателей, надо сказать. Здесь очень много анимации. Здесь, когда отвечаешь правильно, появляется поздравительная анимация. Когда неправильно, грустная анимация. Ну, если кто по ссылкам походил, то вы увидели, как здесь все работает. Очень симпатично, кстати. Для детей, наверное, подойдет такой формат. Здесь можно сделать так, чтобы тест был виден только вам или всем. Мы можем потребовать, чтобы участники вписывали имена. Это нам нужно для статистики, чтобы контролировать, ответили они так или не так. Вот. Показывать ответы к тесту. Да, нет. Показывать доску лидеров. Если хотите, вы можете устроить соревнования между учениками, кто лучше и правильнее ответить, и такой рейтинг показывать всем. Ну, вы можете разрешить копировать свое задание, чтобы другие участники этого сервиса могли его скопировать, взять себе и там уже отредактировать. Здесь можно настроить количество прохождений теста. Это называется количество жизней, как в компьютерных играх, вот, собственно, до 5 раз. Включить таймер, установить тематику и теги. В общем, очень-очень подробные настройки, здорово. Из дополнительного. Дополнительная красота. К каждому вопросу можем выбрать тему оформления. Вот
тут уже готовые есть. Можно залить одним фоном. Лампочка означает, что можно каждому вопросу дать подсказку. А вот этот вот человек у доски с указкой означает, что каждому вопросу можно добавить объяснение. То есть какой-нибудь подробный фрагмент из какого-то учебника, допустим, дать, чтобы участник мог лучше погрузиться в тему. Вот. Это каждому вопросу такая штука есть. Так что можно оформить еще довольно красиво этот тест, кроме того, что он такой несложный. Вот. Готовый вариант можно делиться ссылкой. По поводу вставки вот на сайты и блоги, к сожалению, вот здесь вставить в сайт не получится, но вы можете добавить его как ссылку или прикрепить на сайт картинку. При нажатии на эту картинку откроется тест. Такой вариант тоже вполне себе рабочий. В общем, сервис мне очень понравился, поэтому я решила вебинар про него провести целый подробный, рассказать там обо всех остальных функциях. Так что приходите, если интересно, в марте он состоится, надеюсь. И мы уже много времени у нас отняли эти платформы, но я надеюсь, ничего страшного, да, если мы немножко зайдем за грань вебинара одного часа. Здесь уже чуть-чуть покороче буду, потому что сервис уже более знакомый, и у них меньше опций и функций. Сервис Джойтека, как мимо нее пройти, это сервис, тоже созданный нашими отечественными программистами. Предлагает разные типы заданий. Самое известное задание – это, наверное, квест. Я уже неоднократно рассказывала про эти квесты. Квест называется «Выйди из комнаты». Локация выглядит примерно так, как у меня сейчас на экране. Здесь можно двигать мышкой предметы, перемещать подушки. Вот где-то здесь спрятаны подсказки с вопросами и разные полезные предметы, которые помогут эти вопросы открыть. Там бинокль, например, который поможет рассмотреть что-то там вдалеке, и лупа, которая может прочитать мелкий текст, и тому подобные вещички. Вот. Ну, например, здесь котик сидит на листочке, вот этот листочек – это и есть задание. Нам котика нужно убрать отсюда, для этого нужно его накормить. Ну, кто играл в такие квесты, тот, наверное, сообразит здесь, что и как работает. Это довольно несложный квест, я выбрала один из самых простых вариантов. Локации – собственно, как здесь все работает. Нам нужно выбрать локацию, придумать задание, загрузить картинки к этим заданиям и все. Если на все вопросы будут даны верные ответы, дверь откроется и квест будет пройден. Смотрим. Сначала выбираем локацию. Сразу скажем, что сервис этот не бесплатный. У него есть бесплатный тариф, который позволяет создавать 20 проектов бесплатно. Если перебор, то, к сожалению, уже все. Либо удаляйте проекты, либо создавайте новый аккаунт. Можно приобрести платный тариф. У меня одно время он даже был, когда я активно им пользовалась. Итак, выбираем локацию. Локации здесь помечены красным, зеленым и желтым. Красные самые сложные, зеленые попроще, зеленые самые простые, желтые средний уровень. Дальше, после того, как выбрали локацию, заполняем ее. Ну вот локация из 4 вопросов, это простая. Нажимаем на каждый из вопросов, их тут 4, и добавляем в каждый вопрос какое-то задание, в каждый этап. Задания разные. Открытый вопрос. Вопрос, где нужно выбирать несколько верных ответов. И одиночный выбор, где правильным будет только один ответ. Ну вот, например, вот так это выглядит. Открытый вопрос. Придумываем сам вопрос. Но нам нужно еще и прописать варианты ответов, которые могут дать участники. Они могут написать ответ в кавычках, без кавычек. И нам эти варианты нужно предусмотреть, ну, чтобы сервис посчитал их верными. Ну и дополнительно можно картинку подгрузить. Собственно, примерно по такому же шаблону создаются ответы, где один правильный ответ или несколько правильных ответов. Но только в этом случае мы будем отмечать, вот здесь еще, кто из них верный. Ну, примерно вот как-то так. Да. Другой вариант. Да, собственно, про квест недорассказала. После того, как мы закончили все 4 наших этапа, обязательно нужно вот здесь на выходе написать что-то, поздравление какое-то. Участник ответил верно, молодец, поздравляем. И нажимаем на кнопку «Далее». Все, квест готов, собственно. В настройках мы можем дать, опять-таки, для тех, кто любит следить и контролировать, в настройках можно установить участникам такую опцию, чтобы они представлялись перед тем, как приступят к квесту. Вот. Это для учителей, они могут отслеживать потом в личном кабинете, кто из участников прошел квест, кто его открыл, посмотрел и дошел до конца. Вот так.
Дальше. По этому же примеру здесь можно создать и классическую викторину. После квестов, может быть, она смотрится не так эффектно. Ну, ссылочку я вам сейчас отправлю. Так выглядит викторина классическая. Нужно выбрать правильный в ответ из нескольких вариантов. Ничего сложного нет. Опять-таки, у нас здесь есть вариант с открытым вопросом, с множественным выбором и с одиночным выбором. Вот. Загружаем нужный вариант, вписываем, отмечаем, загружаем картинку. Настройки здесь абсолютно такие же, как у квестов. Все по одному шаблону идет. О видео-викторинах я рассказывала на одном из предыдущих вебинаров. Сейчас просто напомню, что здесь можно создавать еще и видео-викторины. Как они работают? Загружаем видео с YouTube. Это может быть ваш собственный видеоролик, либо любой другой открытый на YouTube видеоролик, доступ к которому открыт. Далее. Запускаем это видео. В нужный момент ставим на паузу. И вот именно к этому моменту видео мы можем прикрепить вопрос. Опять-таки, они здесь стандартные. Множественный выбор, одиночный выбор, открытый вопрос. Если хотим, можем добавить какой-нибудь комментарий к видеоролику. Ну, например, что-то непонятное, какое-то слово встретилось в видео, мы можем сюда добавить комментарий. Вот. Конструктор для вопросов такой же, как и был в предыдущих викторинах. Вот так он выглядит. Вот я остановила на какой-то секунде мое видео и вот, пожалуйста, дала такой вариант. Правильный ответ отметила. Ну и дальше, продолжая в том же духе, запускаю дальше, добавляю новых. То есть вопросы здесь будут вмонтированы, грубо говоря, прямо внутрь самого видео. Участник будет смотреть и отвечать. Точно так же в настройках, если перейдем к настройкам, нажав «Далее», мы можем настроить, чтобы участники представлялись. Вот, и тогда можно это все контролировать и оценивать, если захотите. Вот, пожалуйста, комментарий. Комментарий выглядит вот так. Добавляем комментарий, его просто текстом вписываем. И в нужный момент, когда видео дойдет до этого момента, он откроется на экране, участники просто его прочитают и пойдут дальше. Это как информация к размышлению, скажем так. А внизу на вашей ленте времени будут все эти вопросы и комментарии вот таким образом отмечены. Вот я говорила о настройках. Вот так выглядят настройки. Они примерно одинаковые ко всем типам викторин. То есть мы можем запрашивать данные зрителя, то, что я говорила, чтобы они представлялись. Можно собирать результаты просмотра, это для статистики, ну и показывать результат участнику после того, как он ответит. За каждый правильный ответ дается 1 балл по умолчанию. Вот так выглядит интерактивное видео, когда мы его доделали до конца. Вот здесь список вопросов, и вот они здесь на ленте времени. И еще один здесь интересный конструктор, это уже для игр, которые мы будем проводить прямо вот в режиме реального времени, прямо на уроке или в библиотеке на мероприятии. Игра знакомая, называется «Своя игра». Здесь у нас есть категории вопросов, которые по-разному оцениваются. Самые простенькие 100, самые сложные 500. Да? В чем суть игры? Участники. Здесь максимальное количество участников, к сожалению, очень-очень ограничено. То есть вы не можете весь класс подключить. Здесь количество участников 5, но никто не запрещает нам делить их на команды. И мы можем устроить командное соревнование, разделить их на 5 команд или на любое другое число меньше 5 и устроить соревнование между ними. Как здесь все работает? Ну, во-первых, мы делаем саму игру. Я вам, к сожалению, ссылку дать не могу, потому что все ссылки на эти игры, они закрытые. Их можно открывать только вот здесь и сейчас на каком-то мероприятии. Поэтому ссылочкой не поделюсь, но изнутри выглядит вот так. Итак, вот у нас 5 типов вопросов. Это простенький, это сложненький. Заполняем. Тема 1. Национальные костюмы народов мира. И вот, нажимая на эти кнопочки, мы каждый вопрос заполняем. Точно так же тема 2. И тому подобные вещи. Дополнительно мы можем прикреплять картинки к каждому вопросу, если необходимо. Далее. А далее приступаем к игре. Открываем эту игру на большом экране. У каждой команды или у каждого участника, кто играет, должен быть смартфон. Они подключаются к этой игре через виртуальную комнату. На экране мы показываем им ссылку, по которой они переходят. Вот они перешли по ссылке и оказались внутри виртуальной комнаты. Представляются. Ну, здесь у меня, вот, например, вот они именами представились. Может быть, название команды напишут. И игра запускается. Ведущий открывает экран, выбираем категорию, выбираем вопрос и, собственно, читаем вопрос.
Участников будет вот такие вот штуки гореть на их смартфонах. Если они захотят ответить, нажимают на кнопку «Ответить». Кто первый? Ну, это что-то напоминает Brain Ring, если вы видели, когда-то было такое развлечение. Там, кто быстрее нажмет на кнопку, тот и ответит. Здесь такая же история. Если успел первым, у тебя на смартфоне появилась надпись «Отвечай». Значит, ты самый первый, и ты можешь ответить. После того, как ты ответил, вот так вот это выглядит. Ведущий может либо начислить тебе эти баллы, нажав на плюс, либо эти баллы у тебя отнять, нажав на минус. Вот. У нас игрок, допустим, она ответила верно, и ей 200 баллов зачисляется. Таблица результатов прямо здесь на экране, и можно за всем этим следить. Довольно азартно получается, на мой взгляд. Вот такое вот интересное развлечение есть. Оно очень простое, вы можете эту викторину создать буквально за полчаса, а затем целый урок развлекать свою аудиторию. Вполне себе хорошая забава. Ну, теперь уже мы пойдем к сервисам чуть-чуть попроще, но все равно довольно любопытно. Сервис e-треники тоже ориентирован по большей части на учителей. Он позволяет создавать игры, в которые можно играть на уроке, ну и на компьютере тоже, на большом экране. Если вы сейчас со смартфона будете открывать эту ссылку, она у вас не откроется. Это минус сервиса, он не адаптирован к мобильным устройствам, сразу скажем. Но он очень хорошо адаптирован к интерактивной доске. И эти забавы можно проводить на интерактивной доске в классе, либо на больших широкоформатных мониторах компьютеров. Сервис предлагает 5 разных шаблонов для создания 5 разных типов игр. Я вам дала пока ссылку на первый тип, называется это шаблон «Кокла». В чем суть игры? У нас, по сути, это называется игра на сортировку. У нас есть несколько категорий, вот они, океаны. И нам нужно блоки с названиями морей рассортировать по этим 4 океанам. Блок двигается. Двигается он по вот этим направляющим. Коричневые направляющие можно передвигать мышкой. Таким образом настраивать путь, по которому будет двигаться блок. Наша задача не только сообразить, куда направить блок, но еще применить логику и смекалку и придумать, как быстро, за несколько секунд, повернуть блок, чтобы повернуть вот эту направляющую, чтобы блок упал туда, куда надо. Вот. Конструктор у меня вот. Он очень простенький, совершенно простой. Здесь не нужно никаких картинок дополнительно грузить. От нас нужно только задание. Нам нужно придумать 4 категории. Ну вот, например, так. Произведение Тургенева, там у меня, допустим, Достоевский, Пушкин, Лермонтов. А дальше я просто вписываю блоки, которые будут появляться. Вот я вписала 3 здесь, допустим, и так в каждую категорию. Количество блоков не ограничено. Все зависит от того, насколько вы длительную хотите игру. Ну и, в общем, все. Дальше сохраняем. Здесь есть дополнительная возможность настроить шрифт, добавить обратную связь, сообщения. Вот. Такие настройки здесь присутствуют. Собственно, все. После этого создается анимация. Вот такая может быть анимация. Есть еще ее разновидность. Там на фабрике действие происходит. Там тоже есть направляющие, но там они напоминают такой конвейер, который тоже можно двигать в разную сторону. Другой вариант игрушки. Называется NLO. Здесь тоже игра на сортировку, но немножко другая. Здесь нужно выбрать неправильный вариант и выбросить их за борт. Прилетает НЛО, скидывает кубики. Внизу написано задание. Например, здесь нужно найти слова с бесударной гласной «Е». Да? Все, которые без «Е», с какими-то другими буквами, выкидываем за борт мышкой. Вот. Как это работает? Это примерно точно так же. Мы вписываем, придумываем задания. Их может быть несколько. Как только задание будет выполнено, НЛО прилетает с новой порцией кубиков, и снова у нас все начинается заново. Вот так выглядит задание. Придумываем задание, собственно, а дальше прописываем слова на блоках. И напротив каждого блока говорим, что нужно удалить, а что нужно оставить. Подпись группы – это, собственно, и есть задание. Нажимаем «Ок», все сохранилось. Дальше переходим к следующему. И таким образом мы можем серию вопросов придумать. Ну, я вам ссылочку дала, например, по орфографии. Можно придумать любое другое задание. Эта игра чуть посложнее, называется «Картофан», от слова «карта», не от слова «картошка», я так думаю. Вот, пожалуйста, ссылочка. В чем суть? На этой карте, которая у нас на экране откроется, нужно отмечены точки,
С правой стороны список слов. Нужно точку на карте соединить со словом. Я, например, вот такую игру придумала, где какой литературный герой проживает. Да? Ну, есть такая, я думаю, вы знаете, сказочная карта России, где прописано, что там место Снегурочки в Костроме, а место Бабы-Яги в каком-то там, я уже не помню где, в каком-то другом месте. В общем, нужно расставить всех героев вот по их местам. Работает это еще проще, как в предыдущих сервисах. Выбираем карту. Ну, стандартно Яндекс.Карты, она тут лучше всего подходит. Щелкаем мышкой в нужном месте. Ну, вот, например, выбираем город Оленегорск в Мурманской области. Это место рождения Морозко. Сказка Морозко снималась именно у нас, здесь, на Кольском полуострове. Вот. И, ну, вот она вот здесь, по-моему, у меня эта точка. Вот. И дальше я просто пишу надпись, которая к этой точке относится. Морозко. Нажимаю ОК. Все, первая точка сохранилась. И я их могу так выставить любое количество, столько, сколько захочется. Участники мышкой перетаскивают вот эти названия в нужные метки. Когда все перетащили, есть кнопочка «Себя проверить». И можно узнать, сколько верных ответов, а сколько неверных. Очень тоже все несложно. Ну и еще такая игра называется «Криптон». Это анаграммы. Чтобы сделать анаграмму, вписываем слово, нажимаем. Дальше сервис нам его перемешивает и выдает вот такой вариант. Если он неблагозвучно выглядит, можно перемешать еще раз. Такая серия загадок тоже довольно быстро делается. От нас требуется только набор слов. Так можно какие-нибудь слова по определенной теме собрать и предложить их собирать участникам, как разновидность кроссвордов, скажем так. Вот. Здесь есть еще для любителей русского языка разбор слова по составу. Приставка, суффикс, все остальное. Я уже не буду вам их показывать, он очень тоже простой. И, собственно, можно разобраться. Не все у нас учителя русской литературы, поэтому решила пропустить. Ну и выходим мы с вами на финишную прямую. Осталось у нас несколько сервисов, как раз заточенных только на тесты и викторины. Тут уже без вариантов. Они тоже все не очень сложные. Ну, мимо Яндекс.Формы никак не пройти, тем более, что ее рекомендуют во многих учреждениях. Ну, надо. Да, вместо Google формы настойчиво продвигают и предлагают именно вот такой вариант. Яндекс.Форма. Что это такое? Это сервис для создания тестов, опросов, анкет, для регистрации на каких-то мероприятиях, заявки принимать. Ну, в общем, опросники, тесты и викторины. Вот для этого используется Яндекс.Форма. Чтобы с ней работать, нужно завести Яндекс.Аккаунт. Вот и все. А после этого можно создавать уже готовые формы. Здесь есть готовые шаблоны. Можно собрать, создать с чистого листа, но здесь еще есть такие уже готовые варианты, например, форма обратной связи или регистрация на мероприятие. Если вы проводите какие-то вебинары, например, и вам нужно собрать регистрационных, зарегистрировать участников, то вот, пожалуйста, здесь уже прям готовая форма, там все уже поля сделаны, осталось только их подписать по-своему. Ну, давайте посмотрим. Я все рассказывать про Яндекс не буду. Вот так он выглядит. Что здесь интересного? Здесь есть страница, на которую мы мышкой будем вытаскивать вопросы. Либо двойным щелчком, либо просто мышкой сюда переносим. Можно все вопросы разместить в виде простыни. Вот как я вам ссылочку сейчас дала, там один за другим идут вопросы, как такая вот лента. Можно разделить их по блокам, добавить новую страницу, и на каждой странице будет, например, один вопрос, или два, или три, как посчитаете нужным по логике. Вопросы здесь разные. Есть короткий текст, длинный текст, где нужно ответить «да», «нет», где нужно оценить что-нибудь по шкале, дать свои контактные данные. Даже можно файлы прикреплять свои для загрузки. Нас будет интересовать раздел, который называется «Тесты и квизы», потому что он автоматически предлагает автоматический подсчет баллов и оценивание. Вот. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас сервис автоматически считал и оценивал, чтобы это было реально похоже на викторину, то вот, пожалуйста, выбираем что-то из этого. Здесь есть один вариант и несколько вариантов. То есть один будет правильный ответ и несколько правильных. Или число в качестве ответа приниматься. Итак, давайте смотреть. Вот, пожалуйста, так выглядит конструктор вопроса. Придумываем вопрос, варианты ответов, отмечаем правильный. И здесь мы можем еще и количество баллов в настройках прописать, сколько за каждый, за правильный ответ. Вот, например, один балл я выставила.
Дополнительно можно загрузить, конечно, картинку к каждому вопросу. Это без вариантов. Можно и к вопросу, и к ответам тоже грузить картинки с компьютера. Вот. Ну, в общем, несложно. И сразу справа очень хорошо видно, как будет это выглядеть в реальности. Дальше. Что еще? В настройках, что мы здесь можем? Мы можем рассортировать ответы по алфавиту или в случайном порядке для каждого пользователя, чтобы был свой порядок. Можно сделать так. Вопрос можно сделать обязательным. Это значит, что пока участник на него не ответит, викторина не принимается. Это важно. Если это необходимо, особенно это используют в вопросниках. Там, допустим, напишите свою фамилию, имя, отчество, чтобы проконтролировать, кто отвечал на вопросы, то этот вопрос надо сделать обязательно. Вот такая вот настройка. В общем, вот по этому шаблону создаются вопросы один за другим. Далее. Далее нам нужно подключить режим автоматической проверки и настройки. Для этого идем в раздел, который так и называется «Настройка». Выбираем раздел «Тесты и квизы». Ставим галочку, чтобы показывать результат прохождения теста участнику, когда он ответит в конце. И дальше выбираем оценку результатов. Оценка может быть двоякая. Можно по сегментам. Это как мы делали в интеракте, если помните. Там, допустим, три результата. Ответил на два вопроса. Ну, попробую еще раз. Ответил на половину вопросов, средний результат. Там ответил на все, молодец, и так далее. Это называется сегменты. Здесь у меня два сегмента, можно сделать три, четыре, сколько угодно. Есть вариант зачет, не зачет. Это для учителей, наверное, подходит, да, когда нужно выставить, сколько ответов должно быть верным, чтобы получить зачет. Ну, допустим, верно надо ответить на 8 из 10. Выставляем число 8 и прописываем обратную связь, что будет, если зачтено, и что будет, если не зачтено. Вот. И сохраняем обязательно это все. Дополнительно здесь есть еще раздел «Тема», который позволяет настроить, сделать эту форму более интересной, добавить фон, выбрать шрифт, оформление и так далее. И забегая вперед, все ответы будут храниться вот в этой вкладочке «Ответы». Здесь вы можете их просмотреть по участникам, по вопросам и статистику результаты. А вот, собственно, и темы. Здесь есть уже готовые варианты оформления, типа там «Хвойный лес», высотки, блики, можно выбрать свою собственную тему и создать ее с нуля. Выбрать шрифт, выбрать цвет, красоту, навести и тому подобные вещи. Ну вот, что получается, можно сразу здесь посмотреть все. Здесь есть кнопочка «Поделиться», получаем ссылку, получаем код, можно встраивать на сайты и рассылать по электронной почте. Вот у Яндекс.Формы, надо сказать, здесь очень все хорошо сделано. В отличие от Яндекс.Презентации, которые мне категорически не нравятся, вот Яндекс.Форма, она намного лучше проработана, и в этом смысле она более такая функциональная. Вот. Так что вполне можно работать. Если вы уже не хотите принимать ответы, можно всегда форму снять с публикации. Для этого есть такая кнопочка специальная. И в заключение еще три сервиса, которые тоже можно использовать в работе. Я их не так часто использую, но они бесплатные. Интересно, что их можно тоже применить. Сервис 4XM. Сервис ориентирован на учителей. Из стартовой страницы понятно, что здесь есть журнал успеваемости и система проверки знаний. С помощью этого сервиса можно создавать тесты, викторины и просматривать результаты. Здесь по умолчанию каждому тесту будет прилагаться форма, где нужно представиться, написать свой псевдоним, фамилию, имя или иногда еще адрес электронной почты. И в этом смысле вы всегда можете в разделе «Журнал успеваемости» всегда следить за учениками. Конструктор очень простой. Он создает всего один тип вопросов. Да, по-моему, только один. Нет, вру. Три типа вопросов с одним верным ответом, с несколькими верными ответами и со свободной формой, это открытый вопрос. Придумываем сам тест, придумываем его описание, выбираем категорию, ну и, собственно, дальше переходим к вопросам. Вот так они создаются, очень просто все. Вопрос, ответы, вписываем, отмечаем галочкой и прикрепляем картинку. Все очень просто, в стиле минимализма. Итак, вот новый вопрос. Нажимаем на кнопку «Добавить». Если все уже готово, нажимаем на кнопку «Закончить». Вот.
Готовый тест, получаем на него ссылку, можно делиться, посылать ученикам. Еще очень хорошая вещь, здесь есть готовый тест, можно сохранить в формате HTML, его открывать на любом компьютере без доступа в интернет. Если у вас есть такая необходимость, то можно это сделать, сохранить себе такой HTML-тест и давать его ученикам, чтобы они без интернета смогли его пройти. Вот. Вот так выглядит статистика. Вот. Вы по всем ученикам всегда можете посмотреть, сколько он ответил, очень подробненько. Ну вот, оценочку даже дают, сколько процентов верных ответов дал ученик, если что. Ну, а сам тест вот так выглядит. Единственный недостаток у этого теста, если его открывать на сайте, то будет реклама, к сожалению. Ну, сервис бесплатный, за счет рекламы они живут. Поэтому можно установить блокировщик рекламы на компьютере, если она вам мешает. И похожий инструмент называется конструктор тестов. Тоже примерно такого же формата, но работает немножко иначе. Он позволяет создавать классы, группы, туда добавлять учеников, давать им задания в виде тестов, чтобы они отвечали, ну и дальше, собственно, тоже отслеживать их успеваемость. Вот так он выглядит. Конструктор вот такой. Придумываем название викторины, описание, категорию, ну и дальше вопросы. Здесь очень просто, всего лишь один вариант. Вопрос и вариант, когда нужно дать один верный ответ из нескольких. Дополнительно можно прикреплять картинку к каждому вопросу. Тоже все довольно просто и быстро создается. Тоже в основном ориентирован, конечно, на учителей. Можно встроить на сайты, в блоги. Тоже вполне себе добротный, неплохой сервис. Там очень много уже создано интересных работ, которые тоже можно показывать, использовать их для вдохновения. Забыла сказать, что вопросы здесь можно быть не только текстом, но и картинками. То есть в качестве ответов могут быть еще и картинки. У конструктора тестов есть еще возможность настроить обратную связь. Такие же сегменты. Здесь тоже эта оценка присутствует. Здесь можно оценивать в процентах, можно оценивать интервально, то есть количество баллов. Ну вот стандартно это в процентах. Если 30% правильно ответил, 70% и 100%. Тут три сегмента, нам просто нужно их заполнить, прикрепить картинку и дать какую-нибудь обратную связь ученику. Тоже все довольно здесь продумано. Ну, а это статистика, как она выглядит у этого сервиса. Вот так примерно. Это у меня, например, создан класс. У каждого ученика, которого я добавила в класс, есть пароль. Не обязательно у учеников требовать адрес электронной почты. Вы их сами можете зарегистрировать, внести в свой класс, выдать им пароль. И вот они с помощью этого пароля смогут заходить внутрь вашей викторины, отвечать на вопросы, ну а вы, соответственно, сможете все просматривать, как они отвечали и как они действовали в викторине. Среди настроек этого сервиса можно запретить повторное прохождение, можно скрыть свой тест и оставить его только для учеников своего класса. И, в общем, собственно, вот что можно сказать об этом сервисе. Довольно неплохо. Ну и в заключение. MedTest, это, надо сразу сказать, что это коммерческий сервис, он монетизирован. Вот бесплатный тариф сейчас на экране. Бесплатно можно создать 3 теста в месяц, которые могут просматривать 1000 человек, но это вполне нормально, только жалко, что только 3. Но в каждом тесте должно быть не более 8 вопросов. Это здесь называется не тест, а квиз. Я попробовала этот сервис, я даже приобретала на 1 месяц платный тариф, попробовала его возможности. Получаются симпатичные тесты, на самом деле, они неплохо смотрятся и в социальных сетях на них хорошо реагируют. Но цена мне не очень понравилась за платный тариф, поэтому я попробовала месяц и не стала больше. А на самом деле вот для социальных сетей они хорошо заходят и у них очень хорошая подробная статистика. Если кому-то это важно, сколько просмотров было и так далее, она не персонифицирована. Мы просто получаем количество просмотров, количество, какие страны просматривали. Ну, очень похоже на статистику ВКонтакте. Если у вас есть группы ВКонтакте, то, наверное, вы знаете.
Итак, ну, я уже сказала, что лимит здесь по количеству тестов, можно лимит здесь по количеству результатов, ну, это те самые сегменты, помните, которые в конце теста показываются, там, молодец, попробую еще раз, вот это вот все. Количество вопросов 8 и количество просмотров 1000 в месяц. Вот такие ограничения. Здесь есть много готовых шаблонов, довольно любопытные, надо сказать. Можно даже, если первый раз здесь в сервисе, можно даже начать сразу с шаблона, чтобы разобраться, ну, а потом уже с нуля. Итак, ну давайте посмотрим конструктор. Здесь можно создавать тесты-викторины стандартно, которые считают правильные и неправильные ответы. Личностные тесты на психологию. И есть еще квиз-опросник. В зависимости от того, как ответил участник, квиз может пойти по какому-то другому сценарию. Но если у нас всего 8 вопросов, то особого квиза здесь не получится. Поэтому этот вариант я сразу отсекаю. Мы сосредоточимся на классической викторине. Вот так выглядит викторина. Придумываем название, придумываем описание. Здесь очень много подробных настроек. Нужно ли запрашивать контактные данные? Если нужно, то можем запросить. И если мы их запрашиваем, то в статистике уже будут эти данные отображаться. То есть можно, если очень хочется, то можно еще и персонифицировать статистику. Дальше можно выбрать тему оформления, придумать там скругление кнопок и тому подобные вещи. То есть здесь довольно подробные настройки. В отличие от некоторых других сервисов, вот здесь все прописано. Дальше во вкладке «Вопросы» мы, собственно, создаем сами вопросы. Вот так они выглядят. Они могут быть текстом, могут быть картинки. Вопросы классические, а вопрос несколько вариантов, один из которых верный. Отмечаем его галочкой, прикрепляем картинкой и сохраняем. Они тоже будут вот здесь вот с левой стороны все списочком идти, а мы их будем как простынку заполнять, постепенно опускаясь ниже и ниже. В результатах прописываем обратную связь, что мы хотим на выходе, чтобы участники увидели. Ну вот, вот у меня вопрос так выглядит, вот я его верным ответила, отметила тут. Ну а вот она, обратная связь. Можно, как мы помним, 4 результата добавить и на каждый результат написать какую-то свою обратную связь. Можно даже добавлять призывы к действию различные, если это необходимо. В общем, вот такая вот хорошая вещь. В заключении получаем ссылку, код. Можно встраивать на сайты, в блоги, можно делиться ссылочкой. Хорошо, они работают в социальных сетях. Я уже говорила, что ВКонтакте у нас хорошо зашли эти сервисы. Так что можно попробовать. Ну, тариф за месяц 1000 рублей, если вы готовы, то почему нет? Бесплатный, что дает платный тариф, могу сразу сказать. Платно по каждому варианту ответа можно прописывать обратную связь. То есть в бесплатном тарифе просто будет сказано «да», «нет», ответил верно, неверно. А в платном тарифе можно прописать напротив каждого ответа. Если ответ неверный, можно написать справочку, такую познавательную страничку, в общем, добавить. Вот. Если это важно, то можно такой тариф приобрести. Я протестировала, тариф хороший, но дорогой. Вот такая вот статистика замечательная. Это у меня статистика еще не персонифицированная, то есть просто количество просмотров, всякие проценты красивые, из каких стран смотрели, с каких устройств смотрели. В общем, вот это, пожалуй, сервис-лидер по статистике. Она у него наиболее подробная. Вот такие всякие красивые диаграммы можно потом скопировать, если что. Вот. Так что думаем сами, решаем сами, что нам выбрать. И в заключении моего долгоиграющего вебинара. Так, у меня немножко подвисла презентация. Так, все, хорошо отвисла. И в заключении сервис MyQuiz. Все, последнее, сейчас точно последнее. Это у меня сервис для создания викторин, в которой можно играть в аудитории с мобильных устройств. Мобильные викторины. Это аналог сервиса Kahoot. Если вы таким пользовались, то вот это он, отечественный аналог этого сервиса. В чем суть работы? Мы создаем викторину, открываем его на большом экране. Участники заходят внутрь этой викторины со своих мобильных устройств, отвечают с мобильных устройств на вопросы. По итогу выводится таблица лидеров, ну и определяем победителя. Такая вот история. Одновременно в бесплатном тарифе играть может до 35 участников, то есть довольно большая аудитория может подключаться.
Сначала мы создаем саму викторину, придумываем название, описание, придумываем, собственно, для кого это викторина, получаем сразу код на виртуальную комнату и ссылку для приглашения участников, а дальше придумываем, конструируем вопросы. Вопросы здесь разные, есть открытые вопросы, есть обычные, где нужно выбрать варианты ответов, есть голосовалки. Если нужно провести голосование какое-то, то можно вот его тоже этот сервис использовать. Еще могут быть фото-викторины с картинками. Все остальные опции платные. Смотрим на вопросы. Вот так выглядят вопросы. Вопрос, варианты ответов отмечаем правильный и загружаем картинку. Все. Ну и после того, как мы зададим все вопросы, откроются настройки викторины, и в настройках можно установить количество баллов, сколько будут участники получать. Здесь можно настроить, чтобы получали баллы за скорость, а не только за правильность. В общем, здесь довольно подробные настройки, но все на русском, здесь все понятно довольно-таки должно быть. И еще такая хорошая штука. Эту викторину можно запускать в режиме реального времени. Как домашнее задание давать, это уже платная опция. Здесь такая в бесплатном тарифе не предусмотрена. Но этот сервис используют в социальных сетях для игроков. Например, вы в группе даете объявление, что ровно в 12 часов запустится такая-то викторина. Подключайтесь за 5 минут до начала, заходите в виртуальную комнату и со своих компьютеров отвечайте на вопросы. А дальше в социальной сети даете ссылочку и выставляете в разделе «Когда» это время, 12 часов, вот, пожалуйста, что именно в 12 эта викторина запустится. И нужно сделать автоматический запуск, вот, автоматом. И все, и вы теперь в этом даже не участвуете. Эта викторина ровно в 12 часов запустится, и те участники, которые прошли по ссылке, они смогут ее увидеть и на нее ответить. Вот, вот так даже дистанционно можно проводить игры, вот даже без присутствия в аудитории. Все, пожалуй, на сегодня. Все, что хотела рассказать. Прошу прощения за длительную информацию. Наверное, в следующий раз надо проводить вебинар топ-7, а не топ-10. Ну, в любом случае, спасибо вам большое за то, что были сегодня, подсоединились к вебинару. Вопрос один висит. Есть ли какой-нибудь отечественный аналог Ментиметр, чтобы можно было проводить опросы, собирать открытые ответы во время лекции? Ну, я, собственно, на этот вопрос ответила. Вот MyQuiz. У него есть опция голосования. И есть опция открытый вопрос. Здесь вы можете собирать ответы на вопросы и можете проголосовать. Вот. Так что вот такой аналог, я бы сказала, существует. Вот, все. А больше в чате я пока вопросов не увидела. Спасибо большое. Сейчас вернусь на последний слайд. Как всегда, здесь мои контакты, группа, Telegram, блог. Все, что захотите. Спасибо большое за комплименты. Это всегда приятно. Тем более сейчас, когда я немножко выпала из обоймы, что называется. Вот. Жду на следующий вебинар. Будем говорить уже в конце февраля о технологии цифрового сторителлинга. Немножко подзабытая тема, но довольно интересная. Посмотрим, какие инструменты можно использовать, чтобы рассказывать интересные истории. Все. На этом прощаюсь с вами. До новой встречи. Берегите себя. Ну, это мое стандартное пожелание.